Всем привет! Представляю вашему вниманию совместный отчет по совместному проекту «Любящие сердца». В этом СП мы вышиваем все, что связано с любовью, дружбой и привязанностью. Все процессы трогательные и не оставят никого равнодушным. Любви, тепла вам и приятного просмотра! Марина Лакиза делится своими продвижениями за июль месяц. Во-первых, это набор фирмы Алиса. Будь всегда со мной рядом. Размер работы 37 на 28 сантиметров. Работа вышивается в сепии. И как мы видим, здесь появилась уже прекрасная девушка, ее лицо. Осталось совсем немного до завершения работы, чего мы и желаем. Надеемся, что к концу СП Марина успеет завершить эту прекрасную работу. Второй дизайн – это «Сделай своими руками, мамино тепло». Размер работы 31 на 23 сантиметра. Вышивает этот прекрасный дизайн Марина для своей мамы. И работа замечательно продвинулась. Здесь прекрасные оттенки, сюжет очень милый и нежный. Желаем удачи во всех процессах. Ангелина Орлова присылает отчет по набору фирмы «Золотые ручки. Поцелуй» по мотивам Густава Климта. Здесь используется 47 цветов бисера прециоза. Размер работы будет 40 на 46 сантиметров. Вот что нам пишет Ангелина. Июль выдался совсем не вышивальным месяцем, но этой работе старалась выделить время больше всего. Результаты небольшие по сравнению с теми продвижениями, которые были раньше. Буду догонять свою норму, которую я выделяла данному сюжету. А догонять еще много. Отстаю на 2 недели. Ну что, Ангелина, я думаю, все получится, так как наш совместный проект мы продлили до 10 сентября. Поэтому есть все шансы завершить эту работу. Чего мы вам желаем. Мы так хотим увидеть уже готовую работу. Очень-очень красиво все получается. Удачи вам! Вера Сбродова вышивает китайский набор фирмы Joy Sunday. Название «Мама с дочкой». Размер работы 48 на 54 сантиметра. Здесь 14-я канва, вышивается в 2 ниточки. Используется 36 цветов, всего 6 листов схемы. И за этот месяц у Веры вышилось лицо мамы и кисть руки. И у дочки вышилась тоже кисть руки. Вот такие небольшие продвижения, но главная работа потихонечку продвигается. У Татьяны Муратовой случился долгожданный финиш по набору Joy Sunday «Рука в руке», который вышивался на 14-й Аиде. Здесь использовалось 10 цветов ниточек мулине. Размер работы 27 на 21 сантиметр. Вот что нам пишет Татьяна. Здравствуйте, вот и закончился мой процесс «Рука в руке» от Joy Sunday. Впечатления от набора обычные, как от китайского. Ниточки пушатся, цвета не совпадают, канва дубовая. Но когда все позади, тогда уже начинаешь любоваться и понимаешь, что смотрится все нормально. Татьяна, мы вас поздравляем, работа действительно очень хорошо смотрится, теплая, нежная. И желаем также скорейшего оформления. Также Татьяна Муратова продолжает участие в нашем совместном проекте со второй работы. Это схема от Лилии Виолет «Мой большой папа». 12 цветов мулине. Размер 108 на 90 крестиков. И пишет нам Татьяна. За июль вышился маленький медвежонок. Вышиваю в одну нить. Канва мешковина, неравномерная, но получается вроде неплохо. Работа идет легко. И получается действительно очень симпатично. Милая работа. Ждем новых отчетов. Виктория Румянцева представляет нам и старт, и сразу уже готовую работу. Пишет нам, что нашла схемку в интернете, используется 28 цветов ниточек мулине, Аида здесь 14 аккаунта белого цвета, вышивается крестиком в 2 ниточки, используется бэкстич. Посмотрите, какие красивые ниточки мулине подобрала Виктория, ну я думаю, конечно же, по ключу, все в моточках, все очень так красиво, ну и сразу Виктория представляет нам готовый результат. Я думаю, что эта схемка от фирмы Soda очень похожа на их дизайны. Милая парочка, яркий, красивый дизайн, замечательная работа. Поздравляем! Виктория продолжает свое участие со второй работой. Это дизайн фирмы Вервака.
вышивается на аиде 14 каунта, цвет слоновая кость, Цвайгард 3706/264. Используется 9 цветов мулине ДМС. Посмотрите, какие ниточки, все собрано аккуратно. Красивая, интересная работа в сепии, непростая, такая хорошая девчушечка симпатичная с милым щенком, и старт положен. У Виктории все быстро вышивается, я думаю, что в следующем отчете мы увидим и готовую работу, чего и желаем Виктории. Удачи! Марина Денисова представляет нам готовую работу, которую она вышивала по оригинальному набору фирмы Мари Искусницы «Ласточки». Работа вышивается на 14 каунте Аида, мулине финка, 28 цветов. Очень красивая работа, посмотрите, какая хорошая фотография, весенний дизайн и, ну, конечно же, очень подходит к нашему совместному проекту. Поздравляем Марину с таким прекрасным финишем. Наталья Зенкина представляет нам отчет по наборчику фирмы Овен Идиллия. Размер работы 30 на 37 сантиметров. Вышивается на аиде 16 каунта. Здесь полная зашивка. И посмотрите, как хорошо продвинулась работа. Пишет нам Наталья, что вышила почти 2 листа. Пишет, что невозможно оторваться от вышивки, работа продвигается, чему я очень рада. Да, действительно, хорошо продвинулась работа. Цвета здесь красивый, результат завораживает. Желаем шустрой иголочки, ну и, конечно же, скорейшего завершения работы. Мария Рярских представляет нам отчет по наборчику фирмы Риолис «Материнская любовь». Размер работы 30 на 35 сантиметров. Используется 24 цвета ниточек, шерсть, 2 вида бисера. Пишет нам Мария, что выполнить свой июльский план, вышить полностью волосы и украшения не удалось. Лето, конечно, совсем не вышивальное для меня время. Второй угол закрыла, и на этом спасибо. Нужнее успеть насладиться летним теплом и красотой. И это действительно так. Нужно ловить денечки, пока еще лето с нами, потому что уже скоро сентябрь и начнутся совсем другие жизненные хлопоты. Посмотрите, какая красивая у Марии фотография рядом с красивым огромным кустом роз. Замечательное фото. Желаем продвижения в работе. Дарья Ибрагимова продолжает участие в нашем совместном проекте с дизайном Lovely от Алены Стич. Размер работы 15 на 20 сантиметров. Вышивать будет Дарья на цветной аиде 14 каунта от Tempe Studio Moline, сборная ПНК и гамма. Ну и Дарья не затянула с этим процессом, с этим милым замечательным зайчиком, и сразу его и вышила, что нам и показывает, представляет нам красивые фотографии с процессом, ну и, конечно же, уже с готовой работой. Замечательно. Марина Филиппова продолжает участие в нашем совместном проекте с дизайном от фирмы Panna и пишет: очень-очень старый дизайн, размер 120 на 88 крестиков, канва этамин 25 каунта. Подушка будет размером 38 на 38 сантиметров. Вышиваю в подарок одной замечательной трехлетней девочке на день рождения. Один отшив уже есть, картины на стену. Малышка просила еще и такую подушку. Вышивается очень легко, схема очень простая. Яркая гамма цветов ниток, на которой отдыхают глаза после корабля пустыни. Замечательный сюжет, очень милый. Будем надеяться, что быстро вышится и, конечно же, малышка получит свой подарок. И второй процесс от Марины Филипповой. Пишет нам Марина, что это еще одна подушка для этой же замечательной девочки. Говорят, готовь сани летом. Вот и решила начать новогодний подарок. Дизайн от Риолис, номер 797. Работа небольшая, 80 на 80 крестиков. Чтобы увеличить размер вышитого дизайна, заменила канву белую аиду 10 каунта. Фон будет вышиваться крестом, цвет ниток очень близок к цвету родной голубой канвы. Вышиваю сам дизайн в 4 нитки, фон будет вышиваться в 3 нитки. Размер подушки будет 40 на 40 сантиметров. Замечательная подушка, действительно, эти дизайны Риолис, они
У них серия, они очень милые, очень прекрасные и замечательно подходят для деток. Людмила Хараян представляет нам уже готовую работу. Это оригинальный набор фирмы Dimensions 13721. Вышивается на ID 14 аккаунта, размер работы 23 на 30 сантиметров. Замечательный сюжет, очень красивая работа. Поздравляем с итогом! Светлана Кузнецова представляет нам отчет. Это оригинальный набор фирмы MP Studio, размер 20 на 30 сантиметров, вышивается на дизайнерской канве 14 аккаунта. Пишет нам Светлана, что ждет с нетерпением финиша работы, потому что осталось уже совсем-совсем немного. Надеется успеть к завершению СП. Мы тоже на это надеемся, потому что действительно уже финиш, вот он уже совсем рядом. Еще чуть-чуть, и работа будет полностью завершена. Светлана желает всем удачи, побольше законченных работ. Поддерживаю. Ирина Серегина присылает нам отчет. Это дельфины в океане по набору Дом и Крафт. Работа эта большая, если я не ошибаюсь, 60 сантиметров она в ширину и 40 в высоту. Ирина у нас вообще вышивает большие серьезные работы, авторские схемы сложные. Все получается, все продвигается, и эта работа тоже подросла очень хорошо. Яркие краски радуют глаз. Мы желаем удачи и шустрой голочки. Наталья Черменинова присылает нам отчет по наборчику «Чудесная глаз», «Семейное гнездышко» и пишет: «Работа потихоньку близится к завершению. Осталось отчистить участок внизу, добавить бэкстич, французские узелки и выкладную нить. Очень надеюсь, что август будет продуктивным рукодельным месяцем, и я успею закончить работу до окончания СП». Мы тоже на это надеемся и желаем удачи. И мой отчет по оригинальному набору фирмы Риолис «Поцелуй». Как вы видите, продвижения совсем небольшие, другие процессы перетянули на себя все внимание, и этой работе досталось очень мало времени. Вышивается легко, просто, с настроением, но вот как-то времени ей не хватило. Надеюсь на август, думаю, что смогу хорошо продвинуть, не уверена, смогу ли я завершить до конца СП, очень бы хотелось, но не уверена. Буду стараться вышивать. Напоминаю, что наш совместный проект продлен до 10 сентября. Я думаю, что у всех нас есть шанс подтянуть хвосты, завершить работы. Некоторые девочки успевают делать быстрые старты и финиши. Вот такие у нас шустрые иголочки и очень активные рукодельницы. Всем спасибо за участие. Желаю хорошего настроения. Конечно же, до новых встреч. Всем пока-пока.